Привет всем, дорогие друзья! С вами я, D104X, и вы даже, наверное, не подозреваете, чему посвящен данный видеоролик. Здесь какая-то шутка точно должна быть. Тут можно любую шутку классика. Блин, собака! Блядь, сука! Моя футбольная карьера в этом году продолжается, мы ее развиваем потихоньку, открываем меня с разных сторон, и сегодня мы с вами поговорим о том, какие у меня были футбольные награды. Мы посмеемся, мне кажется, от души, потому что некоторые награды уж очень смешные. Сегодня мы с вами разберем всякие грамоты, кубки и медали. Ну, медали, как я понимаю, вы все видите, так что давайте с них и начнем. Про медали я даже не знаю, что говорить. Из всех тут медалей, наверное, только две золотые. Это за победу в футбольном кубке, который проводится в Наваловском районе, где играют команды по мини-футболу, дворовые. Я, в принципе, только там и участвовал, больше я нигде не играл. И все награды, которые я сегодня вам расскажу, они именно оттуда. Ну, из всех этих медалей тут две золотые и остальные все серебряные. Проигрывать в финале – это про меня. Пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. История каждого проигранного финала очень, не знаю, интересная. Например, в последний раз мы проиграли из-за того, что мой игрок ударил по моим воротам, когда я стоял на воротах, и я сам себе забил гол. Это очень смешная ситуация, но мы из-за этого проиграли кубок. Ну ты дебил. Я медали снимаю, мне задолбалось в них сидеть. Переходим к кубкам. Итак, мои самые красивые титулы. Вот они все перед вашими глазами. Хочется начать, наверное, вот с такого титула. Это, сейчас я вам скажу за что. Лучшему вратарю первенства северо-западного района городского округа Кинешма по мини-футболу Громову Данилу. Июль 2013 год. Я с детства, наверное, очень сильно любил стоять на воротах, потому что моим кумиром является Игорь Кенфеев, поэтому, подражая ему, я 3 года подряд становился лучшим вратарем на этом турнире. Меня, наверное, все ненавидели, потому что лучших вратарей не было там 3 года. Вот, в принципе, все мои как раз лучшие вратари. Тут 2 одинаковые и 1 такая индивидуальная, более красивая, хоть и маленькая, но хоть что-то. Есть у меня, конечно, и 4-я награда за лучшего вратаря, которую я получил в 2018 году. Вот как она выглядит. Но это, знаете, лучшая награда от народа. У Кефира есть 40-0 в Викинг-лиге от народа, а у меня есть награда лучшему вратарю турнира от народа. Там такая ситуация случилась, что дали лучшего вратаря вратарю из команды, которая заняла первое место. Но по факту тот чувак очень фигово стоял. И вот такая там методика судейства. И поэтому чувак, который... А, так вы знаете его, это Моторос. Вот, он забил лучший гол данного турнира, за это ему дали эту награду. Что он сказал после этого, что нафиг мне эта награда нужна, и отдал ее мне в честь того, что он посчитал, что я был лучшим вратарем на этом турнире. Ну и последняя, самая такая жесткая награда, это победитель Кубка по мини-футболу 2014 год. Мы так красиво как раз с моим другом Даней сделали. В 2013 году мы выиграли этот турнир, кубок отдали ему. Тот кубок, кстати, был поинтересней. А в 2014 выиграли еще раз, и этот кубок уже отдали мне. Поэтому хоть один титул у меня присутствует. Ну и переходим к заключительным наградам. Это грамоты. Кажется, что грамоты, чего тут интересного? Но тут самый сок. Ну, первая такая не самая интересная. За второе место в соревнованиях по мини-футболу среди дворов команд. Здесь не указано название команды. Я, честно говоря, просто не помню, какое у нас название было. Скорее всего, оно было самое адекватное за все это время. Также здесь мне дали грамоту лучшему вратарю, что не очень интересно. Потом еще одна грамота лучшему вратарю и еще одна грамота лучшему вратарю. Это вообще не интересно. А теперь давайте заслушаем, за какие команды я играл. Вы можете сразу же создавать в Википедии мою страницу и записывать туда мои клубы. Итак, грамотой награждается команда Young Boys. Громов Данила, первое место. Грамотой награждается команда Местные. Громов Данила, первое место. Ну и самая значимая для меня награда. Грамотой награждается команда... Мне кажется, вам сейчас будет страшно, так что не пугайтесь. Ветерок. Громов Данила. Первое место.
Я так пафоснее слово «ветерок» никогда не говорил. Ну и последняя грамота, она, кстати, очень, не знаю, мне больше всего, наверное, нравится. Благодарность объявляется Громову Данилу, ученику 10 А класса, за подготовку школьной футбольной команды, занявшей 3-е место в первенстве города среди учащихся образовательных учреждений. Мне тогда дали грамоту за то, что я был тренером нашей школьной команды. Мы тогда серьезно добились очень больших успехов, и это было очень приятно. Мне кажется, что мы сегодня обосрались. На этом все мои награды закончились. Кстати, честно говоря, там, наверное, где-то еще есть, но я не буду их искать, потому что, ну, нафиг, они были точно неинтересные. В будущем, а точнее в течение месяца, у меня есть шанс добиться новой награды. Но получится ли у меня ее взять, вы узнаете уже, наверное, в следующих видеороликах. На этом все. С вами был я, D104X. Спасибо за просмотр, спасибо, что поддерживаете мой канал. И держите его изо всех сил, а то мы падаем по просмотрам. Нам нужно добиваться новых высот. С вами был D104X. Всем спасибо, всем пока. Никто пафоснее меня не говорит. Всем спасибо, всем пока.